сейчас кажется важным. Завтра забыл или просто привык и нечувствительно щит. Ночью при вылазке был взят язык. Нам не важны черепа или трупы. Танки во мнут, тела в чернозем. Я или ты станем завтрашним утром. Туркой в ней закипит кофеек. Кто-то получит какой-то там срок. Кто-то упрямую пулю в живот. За несогласие или согласие. Или молчание, где же стоп-слово. Что должно сказано быть? Ты против них или может за наших? Передвижение войск на экране. В тачке тошнит и я выключу гаджет. Просто болеем, как за футболистов. Наши продвинулись и заебись. Мы отступаем, наверное, плохо. Где-то закончилась чужая жизнь. Мы не ведаем зла. Кончится скоро, мы быстро забудем. Новых напастей навалится сноб. Вирус заморский, трупы на улицах всех городов. Новый Пол Пот убьет несогласных в какой-то стране. Под лозунгом новой великой идеи. Посмертное царство в той стороне. Где или голод настанет? Голод настанет, такое бывает. Как бы это все так объяснить? Когда тупо нет еды на прилавках. Не можешь купить доширак. И так растерянно встал посреди глупого города, глупой вот этой так называемой жизни. А если все это продлится месяцы, годы, то тупо и быстро. Люди привыкнут, люди привыкнут, люди привыкнут, люди привыкнут. Неужели же там до сих пор? И будем заботиться все о другом, о более страшных вещах, что наступают потом. Голод и мора, пока наслаждаемся тем, что как-то да все же живем. Нашим блаженным невинным мирком события вьются венком, и нет ничего страшного сегодня опять не случилось со мной. Готовимся к завтра, к страшному завтра, к невыносимому завтра, к ужасам этого завтра, кошмарного этого завтра. Теперь-то нам стало понятно, в чьи лица хотела собака стрелять тогда автоматом. Теперь-то уж точно понятно, эй, yeah. Слава КПСС 2022.